И всем привет, Миллион Геймер, это туториал, как сохраняться в игре Five Nights at Freddy's. Ладно, ищем наш Five Nights at Freddy's, хотя найдем это в Стиме, вот здесь. И вот наш Five Nights at Freddy's, нажимаем на его свойства, локальные файлы. Просмотренные локальные файлы. Так, нажимаем. Снова свойства. И совместимость. Запустить программу в режиме совместимости с. И берем Windows 95. Если вы возьмете Windows 95, то эта игра будет сохраняться. Если вы прошли первую ночь, то эта игра сохранится. А потом нажимаем применить, окей. И все, игра сохранилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и пишите в комментарии. И подписывайтесь на канал. А с вами был Леон Геймер. Всем бай-бай.